Всем привет! Получил на почте звуковой сигнал, в этот раз 12-вольтовый. Рассказывал ранее, что стоял штатный от Куруса на 60 вольт, потом я аккумулятор поменял, там, грубо говоря, 80 вольт уже стало, 21S. То есть это бы уже не работал. Изначально поставил вообще от авто два таких рожка, один на 400 Гц, 410, другой на 510 Гц. Автовираж фирмы. Но там пусковые токи были большие, плюс еще мембрана, походу, повреждена, потому что звук был с перегрузом таким. В общем, решил такой поставить, попроще. Ну и также, как рассказывал ранее в чатах своих там, которые ссылка в описании, что этот складной механизм, у меня деталька изначально была пластиковая, треснула сразу. Вот, нашел человека, или он меня нашел, который изготовит такие вот из бронзы. То есть там заказ был от 5 человек по 200 рублей за штуку. Если просто в розницу покупать, то в районе 300 рублей. Изначально я такие вообще за 450 только видел. То есть, в принципе, кому надо, там в группе объединяйтесь, заказывайте. Тоже покажу, как все это выглядит. Ну и по работоспособности от 12-вольтового блока. Вот этот новый звуковой сигнал, как работает. Довольно-таки громко. 60-вольтовый, естественно, не работал, а 12 вольт. Ну, вот эти звуковые сигналы тоже, пусковых токов мало, потому что 1,5 ампера всего. Тоже послушайте. Это вообще не запускается. Ну, тоже запускается, но... В общем, я их решил поменять. Потому что то работает, то не работает, как-то странно. Вот уже снял рычаг от складного механизма, и как получается стыковка этих двух деталей. То есть можно посмотреть, довольно-таки все плотненько. По ширине совпадает и выемка. Сейчас установим, сравним. Скоба зафиксирована. Пластинка еще не установлена. Какой люфт. Вот самое место установки детальки. Надеюсь, видно. Сидит плотно. Осталось закрепить рычаг. Ну, наглядное сравнение. Деталь уже установил. Рычаг поднят. Фиксатор стоит. То есть уже люфта такого нету. Сам люфт, это, если есть, то в этом месте уже. Потому что тут эта гайка, не знаю, видно, не видно. Она периодически откручивается, тоже надо как-то все делать. Добраться до этого места тяжело. В общем, деталь доволен. Ну, вот как она смотрится в штатном месте. Может, конечно, перетянул рычажок. И вот можно посмотреть, как она там сидит. Так вот. Ну, фары уже скоро сниму эти нижние, потому что не пользовался все равно. Гудок станет в это место, либо с этой стороны. Уже не будет так выделяться. Ну и провода надо будет поменять, потому что 24 вольта подведено двум гудкам. Их уже тоже снял. Вот так вот. Этим уже позже буду заниматься, сейчас пока времени нету. Так что кому нужна такая деталь, вступайте в группу, объединяйтесь. Группами там заказывать дешевле будет, как говорил, за одну просят 300 рублей, если от 5 человек, то 200 рублей. А в розницу увидел, такие перепродают за 450. Вам всем спасибо и удачи. Нас уже на канале почти 600 человек. Всем спасибо.